Я всех приветствую, ребята. С вами Black Infinity. Сегодня мы будем смотреть Беглецов. Да, это шестая серия. Я знаю, что сериал уже кончился. 10 серий вышло. Но так получилось. Так получилось, что возвращаемся мы только сегодня. Беглецов будем смотреть. Надеюсь, смогу посмотреть прям каждый день. Надеюсь, вот. Black Infinity, я. И мы начинаем. Идет в голову? Ну, это смешно. Это реально смех. Постараюсь не обижаться. Электрический сигнал прошел от твоих нервных центров в посох и исполнил желаемое. Говори, что хочешь, но ему нужна моя кровь, и он читает мысли. Это черная магия. Это наука, Нико. Если под наукой ты понимаешь хай-тек магию, то... Да, наука. И как и в Стрэнджа. Но они немножко мы связывают это, наука. Все-таки это тоже наука. Технология. Молодцы, ребята. Непревзойденная технология. Понимают. Мы на месте. Ха-ха! Стэн Ли, хуя. Чего? В одаренных было тут, а вне на Нетфликсе нет. Все ясно с этим Нетфликсом. Все просто встало на свои места. Уходи. Чего? Че за флешбеки? Они ему память стерли или че? Походу. Так, нам пора. Водка. Да, решение всех проблем это одна бутылка Чейз? Водки. Ты знал, что Роберт вот так вот. Подарил этот автомат Тине на он первый профи. День рождения ну да, Виза. Так все объясняют, в принципе, всегда. Так она инопланетянин. Летает. Ахуй, реально, чисто ахуй. Человек радуга. Не, лучше, наверное, сказать человек-графон. Так будет классическая шутка. Классик рофл. Телефон. Я прав? Роберт. Хуя себе. Ха-ха. Война. Война началась. Запрайт. Ха-ха. Хуя кража. Ты готов? Великая кража, да. Просто из-под носа у всех спиздил. Охуеть. Никто не заметил. Все забыли сразу про пузырек. Как будто его не было. Мне просто повезло. Очень повезло. Подождите. Как все пошло? У нее пароль, это пароль. Как ну, типа, паспорт. Супер. Класс. Спас Каролине жизнь. Точнее, пытался. Хорошо, что она умеет летать. Ну хотя бы сделали клише, не знаю, что это типа Тяжелый Ника. Вечер. Так, это было бы драматично хотя бы, слышал не знаю. ХЗ. Моя мама с твоей мамой. Ха-ха. Неплохо, неплохо. Моя мама с твоей мамой, сука. Я ничего не видела. Что ты сказала? Ничего. Блядь, ну что за ретарда? Странную одежду. Наверное, это была вечеринка. Не знаю. Все в порядке? Ну что за ретарды, боже, ну что за ретарды? Ты готова, Молли? Идем. Ну что за ретарды? Ну пока. Как так можно было? Боже, Молли, ну ты ебаный рот, ну... Ну, что-то не значит. Что такое? Таким... Я накосячила как никогда. Молли была в подвале. Думаю, она все видела. Бля, так как можно было сказать, я ничего не видел, пиздец. Как вообще можно писать сообщение? Времени уже мало, чего? Ребят, я посмотрел новую серию Беглецов, опять же. Я не знаю, что по ней можно сказать. Вот реально, вот просто не знаю. Вот что можно сказать по этой серии? Ничего. 6 из 10. Вот опять ничего не происходит. Все что-то сидят, болтают ни о чем. Что-то 50 минут аж серия идет. Бля, 50 минут просто впустую потратил. Реально, просто ничего не происходит. Там что-то жопа. И еще дебильные сюжетные повороты. Дебильные, максимально дебильные.
максимально дебильные ходы по типу Молли, потому что, ну, это совсем отбитый так делает, просто отбитый человек. Она, тем более, у нее мысли были до этого, то есть разумные, то есть она выглядела, она намного умнее, чем в комиксе, ну, и она по возрасту здесь намного старше, чем в комиксе, но даже в комиксе она такая хуйню тупую не делала. А тут просто вот внезапно персонаж был, ну, таким, ну, не каноничным, измененным канон, был сделан немножко умнее, персонаж именно там по действиям некоторым это было видно. И просто хуй забили, ребята, и такие типа не. Не. Вот. Кайф. Я не знаю, вот что в этой серии произошло. Да ничего не произошло. Они видос взяли. 50 минут. Прошло 50 минут. Видос взяли. Что-то друг от друга о изменах каких-то узнали, блять. Вот, в общем. Весь сериал. Вся серия. Просто в жопу. Этот долбоёб, блядь, пришел Джона, сука, который хуйню какую-то творит уже. Непонятную. Короче, бля. Бля. Всем похуй. Не знаю. Ну, 6. Ну, так максимально скучно было. Просто. Не знаю, ну ничего не происходит. Даже диалоги неинтересны. В Карателе хотя бы. Диалоги были очень интересные. И вообще, вот, хз, там диалоги развивали события, они были какие-то саспенсы, а тут даже саспенс не нагоняется, просто атмосферы никакой нет. Просто жесть какая-то картонная. Я поэтому и вот просто не хочу смотреть «Беглецов», потому что я ожидаю, что мои следующие 50 минут просто уйдут впустую. Просто сериал как бы сделан качественно, визуально там, иногда с технической точки зрения, да, как бы много бреда нету. Но все-таки бред есть, и все это очень скучно. Но это есть, в этом есть какая-то история, и здесь есть развитие персонажей. Ну, я просто не знаю, какая в этом цель, понимаете? Я не вижу цели. В этом. Как-то, вот как-то так. Просто он не цепляет сериал меня, вообще никак не цепляет. Поэтому шестерочка этой серии. Не знаю, что будет дальше. 4 серии осталось до конца, посмотрю, увижу. На сайте был Black Infinity, делился своими мыслями. Вы поделитесь своими в комментарии, поставьте лайки, подпишитесь на мой канал, также на группу ВКонтакте, на страничку ВКонтакте и на Инстаграм. Все, всем дальше, пока, берегите себя, ставьте лайки. Пока.